Они назвали это Shanghai Coffee Table, почему-то указав, что он повторяет форму шанхайской вазы. Я не видел никогда шанхайской вазы. Здесь прикольно то, что вообще на стенде мы видим много игры между двумя материалами, один из которых всегда пластик. В данном случае это тонкая керамика. Я думаю, не трех, а где-то 5-миллиметровая керамическая плитка, которая часто бывает много на отходах. Вышедшие из моды образцы могут быть переделаны в такие симпатичные столики. Вот эти вот грани и вот такое покрытие цветом, золотом пластика, посмотри, какую он рождает картину отражений на полу. Хочу еще показать вам ножку дивана, прочно вошедшую в последние годы в моду, используемую часто. Ну, такую себе рельсу, на которой держится вся конструкция для сидения, и лапки, которые выставлены. В общем, довольно архитектурно выверенная конструкция. В этом году, а может не в этом году, но на этом стенде точно, картель демонстрирует, что он переиздает известную лампу Джо Коломбо, относящую нас куда-то в 50-е. Здесь я хотел вам показать вот эти изящные, наверное, это Фабио Новембре, лампы на батарейках, которые подойдут для контрактного сектора. Они же могут быть на батарейке. Ну и медведь Москина, который сам себе освещает лицо животом. Медведь, который сам себя освещает лицо животом. Они назвали коллекцию Double G, намекая на имя автора ткани, Джиджи Мартин. Что мы видим здесь? Довольно игривая композиция между несерьезным основным материалом картель, пластиком, и несерьезным материалом драпировки. Несерьезный он в смысле своего рисунка. В общем, рисунок этот сейчас скорее напоминает летнее женское платье или какие-нибудь пляжные шорты. В данном случае их очень много, причем они неплохо соседствуют один с другим. И вот эта легкость, летняя несерьезность, еще и в стиле поп-винтаж 60-х, ну, какой-то новый вектор, на который есть смысл обратить внимание.